И снова всем welcome, это снова я. На этот раз мы выехали немного в город покататься, заодно посетить несколько магазинов. Это недалеко от станции Аубадай, данный район находится. Вот мы нашли такой вот неплохой магазин, называется Craft Herd. Ну, это по-русски, а если по-английски, то Hut. То есть магазин для крафтинга, значит, разных... Ну, изделия из ткани. То есть вот здесь нарисован даже декопотч какой-то. То есть сумочки там разные. То есть все для крафтинга из ткани. И, ну, то есть разные паттерны продаются и так далее. То есть сейчас зайдем внутрь, посмотрим. Как мы видим, магазин достаточно большой. Очень много всего. То есть начинаем отсюда, например, да, здесь всякие там, ну, видите, да, там типа бисер. Ну, для брелков. Это вот UV, это светится в темноте, краска специальная. О, вернее, не в темноте, а под ультрафиолетом. Также вот ленты разные, видно очень много, разные фактуры, сона, кружева, вот по типу кружева, да, для платьев также. Тут начинаются уже ткани, то есть отсюда уже, ну, как бы, разные ткани, вот видно коттон, то есть хлопок. Сделано в Японии, все дела. Качество хорошее, не сомневайтесь. Далее вот тоже идут разные, значит, эти, ну, заготовки для сумок, для разных там скатертей, для платков. Вот тоже небольшие. Для кошелька подойдет очень даже неплохо. Какие-то тоже небольшие куски ткани. То есть это для тех, кто не собирается там много чего делать, а просто хочет сложить, например, как подрезать там, и то есть сделать из небольшого кусочка какое-то небольшое изделие. То есть, а для тех, кто хочет уже побольше сделать, то есть тут вот уже есть уже такие рулоны. Вот прям по метрам продаются. Ну, давайте скажу примерную цену. Вот. Вот это дорогая штука. Она метр 1800 йен. Ну, 1900 точнее. Но есть дешевле. Вот, к примеру, с мотоциклами тут. 800 йен за метр. Пожалуйста, это, ну, 860 на текущий курс. 430 рублей. Также вот для простыней. Можно прям... просто отрезать и сделать просто, даже не обязательно что-то там обшивать и так далее. Вообще неплохо. Вот тут разная ткань, разный фасон. Так, вот тоже ткани здесь идут. Но это уже... А, ну вот. Кстати, на лен похоже. Такая штука. Или вот, например, здесь ткани только с кошками. Ну, думаю, девушкам понравится. То есть разные такие. Вот с собаками. И также с кошками встречается. Прикольно. Вот с фруктами. Далее там идут, ну и так, уже, скажем так, casual, то есть разный стиль. Далее здесь также вот рулоны идут.
Это уже ткань такая более плотная, ну то есть как уже прошитая, утепленная. Тоже за метр 2700 йен. А за обычный вот 950, вот стандартная цена, видите. Выкройки. Выкройки продаются сразу же. Паттерны. Если покупаете выкройку, вот 500 йен стоит, и пожалуйста. Можно скачать на это бесплатно. Ну, вот. Также тут показано, как сделать вот сумку или кошелек. А, нет, эта штука, в общем, внутрь, ткань для, ну, то есть, для внутренней отделки, то есть, сумок. То есть, если у вас там старое грязное стало, чтобы не мучиться, вырезаете оттуда и туда просто новое вшиваете, и все. Также вот такие вот картины здесь есть. Цена примерно 5300 йен. Также есть вот буквы разные. Это тоже, видимо, для, ну, для как трафарет используется, чтобы вырезать. Вот, видите. Там дальше идут нитки. Ну, там вата, утеплители разные, подушки вот уже готовы, такие наполнители. Видите, народу здесь прилично, как от бабушек начинают, и даже парни есть. Вот, например, спицы для вязания. Как вам такой выбор? Насколько я помню, у меня в магазине всего было парочка только размеров, и все. Такого выбора спицы я вообще первый раз в жизни уже не встречал до этого. Вот разные булавки. Клеевый пистолет. Тоже для оформления свадебных платьев. Шерсть. Цена за моток 380 йен. Вот такая нить. Тоже цена за моток 1130 йен. Ну, неплохо. Тоже вот тоже шерсть 700 йен, ну 340, нормально. Вот шерсть тоже 573 йены за моток. Сколько там метров, я не знаю. А вон написано. Блин, не написано. Ладно. Ну, примерно видно отсюда, какой моток. То есть, вот за такой моток где-то 500-700 йен. То есть, ну, в целом это недорого. Вот, например, на заплатки на джинсы или там на куртки. То есть, если протирается, часто вот такая вот кожаная накладка или вот из джинсовки тоже. Также вот разные здесь идут нашивки уже для там каких-нибудь рюкзачков там или сумок или кошельков. Вот кто-то даже делает чехлы для телефона, тоже обшивает такими вот штучками, нашивками. Ну, прикольно выглядит. То есть много разных там, вот лично из покемонов там идут нашивки, даже вот такие вот драконы, как бы классно выглядит. То есть для детей вообще самое то. То есть если вы там хотите ребенку сделать там подарок какой-нибудь, там можно самому что-нибудь такое вот сварганить, сшить. Вот разного рода эти как ремешки короткие, в принципе, ну как короткие, где-то, наверное, метра по два, по три. Тут уже идут, а это вот ленты тоже идут уже.
работы здесь идут пуговицы. Ну, в принципе, и там вот были пуговицы разные. Пуговицы, клепки. Вот очень удобно. Особенно вот, например, если там на джинсах или на куртке где-то клепка оторвалась, потерялась. Ну, пришел сюда, подобрал размер. Или вот, например, такой. Вот тоже. Вот такое можно сделать. То есть можно вообще взять у себя там, например, на куртке. Если там дешевые китайские клепки уже проржавели, можно взять, выкинуть их, поставить вот нормальные уже из нержавейки. Цена где-то 216 йен за такой вот пакетик там от 10 там, что были сколько? А не, он в этих по 5, вот в тех побольше. То есть он здесь побольше уже, которые они поменьше размером, но их побольше. Тоже вот булавки, инструмент, конечно, разные ножницы. Такие вот наборы начинающего портного. Или как? Тейлор-дизайнера. Нитки тоже такие для ремонта, скажем так. Это не для шитья. Для ремонта там чуть-чуть так. Если ниток надо, вот покупили. Чтобы не покупать большую бобину. Ну сколько, 206 йен за одну такую штуку. Вот цвета, естественно, вот там все подбираются по номерам. Все удобно. Здесь вот сделано уже для этих самых швейных машинок. Уже большие такие бобины. То есть я не знаю, сколько там метров. 1500 метров. 1,5 километра нитка. Все в такой бобине. Ну, стоит уже, я не знаю, сколько там. Здесь цена-то есть. А вот 605 йен. А вот пониже 460. Ну, вообще копейки. За такую длину нитки, блин, это недорого. Или вот такие. Тоже вот. Смотрите, какой выбор цветов. Все под номерами. Ну и стоит примерно сколько? 320. Ну, 150 рублей вот за такую катушку. Но она здоровая. Тем более, ну, вот видно, made in Japan, то есть японская нитка. Сколько длина? А, длина, он написано 300 метров. Где-то 300. А вот это сотня, 100 метров. Угу, швейные машинки. Пойдемте глянем, что там. Что почем. Ага. Ну вот цена. 42 тысячи йен, Brothers, 49, 69, 28, вот это, наверное, популярная модель, недорого, со скидкой, да еще и как бы там куча программ, вот видите, то есть это уже автоматически, это не то, что наши там ручные, автоматическая машинка. Здесь вообще электронные, видите, то есть, я думаю, вот такой достаточно, больше и не надо. 15 тысяч рублей, и можно начинать открывать свой бизнес по поводу, ну, по продаже каких-нибудь таких изделий на заказ или еще что-то. Тем более, это товар не портится. Сделал там или, ну, как бы дизайн выложил на сайте, а сайт там куда-нибудь там продвигаешь. И все. Делаешь там, продаешь через интернет. Че, хорошая идея для, как сказать, стартап такой небольшой. Ну, вот здесь тоже продаются катушки для этих. Катушки, но ножи вот для резки. Ткани, то есть длинный. Стоит 1600 йен такой нож. Катушка. 860. Здесь, видимо, их перестраивают, что-то меняет дизайн, фиг знает. Ну и вот еще Джаномы, я не знаю такой фирмы. Бразер знаю, вот Джаномы нет. Джаномы.
Made in, что там, непонятно. Но тоже выглядит неплохо-то. Правда, немного такая... Управление как-то не очень, мне кажется, удобно. Через дисплей все. Ну, хотя на любителя, в общем. Ну, там вот уже готовые изделия вот, из ткани сделаны. Тоже сумки. Бисер. В общем, все. Вот даже уже готовые изделия. То есть, а те, кто там, ну, клеит там заготовки, вот покупает такие вот всякие камешки там. Покупает вот типа таких вот колец. Как эти, ну, заготовки, да. И туда что хочешь, что угодно вклеиваешь. И все, пожалуйста, вот тебе бижутерия, блин. Ну, конечно, заготовка стоит, блин, недешево, 540 йен такая вот. Кольцо примерно. И за каждый камушек, там по два камушка 300 йен примерно. Ну, короче, за 1000 йен, за полторы можно будет сделать. Прикольно, вот такие вот кошельки или для мелочи, удобные штуки. Тоже вот продаются эти выкройки, как сделать. Вот такие вот ткани небольшие, короткие, вот указаны, 980 йен. Одна такая. Вот, тут даже показано кимоно. Я думаю, вполне реально сделать. Вот для детишек юкаты там такие, кимоно на праздник. Даже особо, ну, как говорится, прошивать там особо ничего не надо так сильно. Можно даже это, ну, сказать, от руки сделать. Единственное, рукава, конечно, там надо будет что-нибудь постараться найти кого. Или там, в принципе, можно и от руки также зашить, прошить.